Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Red Blue. В этом видео мы посмотрим реакцию людей на голосовое сообщение от девушки, которая бросила глухонемого парня, и он, очевидно, не может его прослушать. Да, ребята, посмотрим на то, как люди помогают глухонемому инвалиду перевести аудиосообщение и как они это будут делать. Также, ребята, не забывайте подписываться на наш канал. Осталось совсем немного, до 20 тысяч, всего лишь 3 тысячи подписчиков. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы поехали. Включай. Это интересно. А что вы просили? Расшифровать аудиосообщение, потому что человек не слышит. Да. Да. Объясните мне, помогите расшифровать аудиосообщение. Я не понимаю, моя девушка прислала мне аудиосообщение. Просто она обиделась на меня за что-то. Объясните, что это. Давай, слушай. Как же ты меня задолбал. Мне не нужен глухонемой инвалид. Я тебя не люблю. Я знаю, что ты даже не прослушаешь это сообщение. Не знаю, ты мне больше не нужен. Я тебя брошу везде в ЧС. Прощай. Написать? Я не знаю, что я даже отвечаю. Фу, ужасная девушка. Скажи, что она ему просто не нужна. Пошли ее нахер. Скажи, что это просто не тот человек, который ему нужен. Это правда, это прибанная дура. Фу, блядь, я бы ее голову все ударила. Я не знаю, как это красиво сформулировать. Что мы так долго думаем? Просто надо сказать слова, господи. Фух, да я так не могу. Что ты сделала? Я сказала, о, я не могу, мне так грустно почему-то. Ну, по факту, да. Слушай, ты будешь жаль. Угу. Это очень, да, жестко. Угу. Я не... Как же ты меня сломал? Мне не нужен глухонемой инвалид. Я тебя не люблю. Напишу? Напишу, запятая, это правда. Нужно послушать. А, ну давай. Вера, сейчас нас разведут. А что было? Да она его кинула, короче. Ну давай напишем. Что? Ну что? Что? Она его кинула? Ну да, она тебя бросила. Да, да, тебя она бросила. Напиши. Далеко.
хорошо.